Как я сходила на матч ЦСКА «Авангард»? Сначала я 40 минут ехала до арены, где на входе меня ждал не менее долгий осмотр с огромной очередью. Однако я справилась, и вот уже счастливая шагаю по арене. Атмосфера на матче была просто огненная. Складывалось впечатление, что болельщиков омского клуба гораздо больше, чем фанатов армейцев. По традиции послушали гимн, а дальше была супер голевая и эмоциональная игра. Рид Буше оформил хет-трик, две шайбы из которого были заброшены в меньшинстве. ЦСКА по ходу матча был постоянно в роли догоняющей команды, и боролись они до последних секунд, однако победу в этом матче забрал «Авангард» со счетом 6-4. В комментариях напишите, хотите ли вы видеть больше таких хоккейных блогов. Ну а с вами была ваша Хокля, пока!